С начала 2024 года 1824 многодетных мам досрочно вышли на пенсию. 281 из них имеют 5 и более детей, 428 – четверых и 1115 – трех. Отметим, пенсионный возраст для многодетных женщин зависит от количества детей. Если у женщины трое детей, она может выйти на пенсию в 57 лет, что на 3 года раньше установленного пенсионного возраста. Если четверо детей, мама получает право на пенсию в 56 лет, что на 4 года раньше. Матери 5 и более детей могут выйти на заслуженный отдых в 50 лет. Наличие усыновленных детей учитывается при определении права на пенсию досрочно, но ребенок должен быть усыновлен до исполнения ему 8 лет. Если же женщина лишена родительских прав, выйдя на пенсию, она может только на общих основаниях. Для выхода на пенсию досрочно многодетным женщинам в 2024 году необходимо иметь 15 лет страхового стажа и 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициента. Для установления права на пенсию досрочно многодетной маме необходимо заблаговременно обратиться в клиентскую службу ОСФР по Республике Дагестан. По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефону горячей линии отделения социального фонда по Республике Дагестан 8 800 200 03 39.